Народная артистка СССР София Ротару поделилась свежими снимками с семьей. Как отмечает сайт телепрограмма ПРО, на фотографии запечатлены сын Руслан, невестка Светлана и внучка Соня. На мероприятии вся семья одета по последним модным тенденциям. На Ротару – платье-туника из пайеток, темные брюки и кожаная куртка сверху. Открытую шею дополняет увесистое ожерелье. Под стать бабушке, внучка Соня. На ней – зеленое мини-платье в пайетках и спортивный объемный бомбер. Невестка-певица Светлана отдала предпочтение черному цвету, выбрав универсальное платье. На карусель фотографий в социальной сети поклонники певицы отреагировали восторженными комментариями: «Шиканая! Какие вы красивые, как я обожаю Софию Михайловну! Это мой кумир с детства! Будьте всегда здоровы!» Посмотрев инстаграм звезды, можно убедиться, что Ротару внимательно следит за миром моды и не отстает от популярных течений. По словам редактора отдела красоты Vogue Радимы Бачкаевой, с августом в нашу жизнь входит панк-рок, кожаные куртки, плащи и штаны. Ранее 5TV.ru рассказывал о бойфренде внучки Софии Ротару.